кувырки, сальты и шпагаты, связанные общей композицией. Четвертый день чемпионата Центрального федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин начинается с вольных упражнений. В программе выступления 10 спортсменов, из них большинство от Владимирской области. На помост вышел и Кирилл Прокопьев. Спортивной гимнастикой он занимается уже 25 лет. В прошлом году Кирилл стал победителем чемпионата России 2022 в вольных упражнениях. На этом чемпионате владимирский гимнаст взял 2 золота в личном многоборье и в командном. Мотивируем себя тем, что это командные все-таки соревнования. В первую очередь, как бы на любые соревнования мы едем за командным результатом. И это, конечно, конкретно это и мотивирует. А уже дальше, когда показал результат, намного легче выступать в личных дисциплинах. Бывают трудности, конечно, не без этого, но приходится себя преодолевать. Это моя жизнь, спорт – это моя жизнь. Конкуренцию на помосте в вольных упражнениях ему составил владимирский спортсмен Алексей Ростов. Накануне он стал серебряным призером чемпионата ЦФО по итогам личного многоборья. Сегодня выступает в вольных упражнениях на брусьях, перекладине и коне. Спортсмен рассказывает, главное – хорошая подготовка и поддержка команды. Именно это помогает на протяжении всех 24 лет в этом виде спорта. Постоянно бывает, постоянно хочется бросить, но в целом все равно понимаю, что нравится мне этим заниматься. Всего в чемпионате ЦФУ по спортивной гимнастике приняли участие 12 владимирских спортсменов. По итогу они смогли взять все возможные золотые медали чемпионата – 7 из 7. А всего завоевали 16 мест на пьедестале. В рамках командных соревнований также уверенно взяли золото. Общая сумма баллов – 327,45. Владимирцы обошли московских спортсменов с 309 баллами и костромских, занявших третье место – с почти 296. Ну, готовились к этим соревнованиям, мы уже начали готовиться сразу с начала января. Ребята прошли очень серьезную подготовку, потому что это как бы вот отборочные соревнования перед чемпионатом России. И цель, конечно, опять попасть на чемпионат России командой, это выполнено. Ну и бороться за самое высокое место, за первое место. Это самая главная задача. В составе владимирской команды, которая отправится на чемпионат России по спортивной гимнастике, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Владислав Новокшонов, Максим Владимиров, Виталий Суходольский и Александр Базаев. В личном многоборье и на отдельных гимнастических снарядах выступать будут также призеры финала чемпионата ЦФО. На всероссийском уровне бороться за победу они будут с 6 по 12 марта в Казани. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».